te suntem de câteva minute și nu iese nimeni să vorbească cu noi. Ce se întâmplă? Se ascunde tot. Tot se ascunde. În cazul nostru este ascuns tot, în cazul nostru. În cazul bătrânului care a fost bătut, fărâmat, bătut, tăiat. Da, dar nu vrea măcar să se intereseze guvernul ce se întâmplă, ce vor oamenii. Eu vă spun, e tot ascuns. Unde noi ne-am adresat cu cerere. Я протестовал сегодня перед президентурой. А, и перед правительством тоже. И перед правительством заявление. У президентуры вышел кто-то, а здесь? Да. Было написано заявление на имя госпожи Майи Санду, где мы официально обратились с данным заявлением, предоставлено как полиция, было сделано сфабрикованное... Уголовное дело? Уголовное дело и... Экспертиза, да. Экспертиза, которая не соответствовала выписке из больницы. Угу. Вот в связи с этим мы хотели обратиться на имя госпожи Майи Санду. Потому что сфабриковано уголовное дело, это беззаконие, а экспертиза, которая... И вы обратились официально, да, зарегистрировали сколько уже месяцев назад? Это мы обратились 16.07.2019. В июле? Да. Полиция Петру Кспей, кофе. И до сегодняшнего дня нам никто не никакого ответил, и никто не рассмотрел, и никто не... И на протест тоже никто не выходит, да? Российское посольство. А при чем тут российское посольство? Хорошо, здесь же помогу. Внутренние дела Молдовы, не так ли? Ну, мы по национальности русские. Что? Пусть Путин приедет на танках или как? В чем на танках? Русским людям никто не... Покажем, как мы здесь живем. И вы думаете, это дискриминация? Ваша это жена дискриминация. Же не русская. Ну и что? Это дискриминация. Нет, мой отец тоже русский. Да. По этническим признакам, вы думаете? Я думаю, что... Тогда жалуйтесь и в Совет по недискриминации, Консилию де эгалитате. Это как раз по пути к российскому посольству. Да. Штефан Челмари, 180. Или эгалитате МД. Это оккупация. И лупта ку олигархия. Харе грел. Măcar de ochii lumii, băi, trimiteți un consilier să vadă ce problemă e aici. Oamenii protestează. Mai devreme a fost un protest politic, nu a ieșit nimeni. Dar a venit televiziunea publică, a venit televiziunea lui Plahotniuc, publica, că era grupa de tineri de la Partidul Democrat. Dar aici sunt oameni de rând, fără politic, fără nimic, au probleme. Și nu iese un consilier măcar să vadă ce se întâmplă. Pare necivilizat. Merg turiștii și cred că n-avem stat, că n-avem guvernare. А что сказали? Полицейские что-то сказали? Нет, зашли они даже, если разговариваешь, обращаешься к ним на русском, он делает лишь, не слышит или... Может, и не знает русский язык, может, и не понимает. La CSM măcar v-au programat la audiență pe data de 10 octombrie, dar aici nici bună ziua, nici la revedere. Давайте в российское посольство. Я могу протестовать везде, пока есть свобода собрания и выражения. Давайте протестовать и у российского посольства. Мы идем к танку, на амбассаду Руса, мы сейчас протестуем.